Навороченное чудовище. Стелс-пилот 250. Смотрите, какой детский на 20-х колесах. Просто монстр. Двухподвес. Тяжеленный. Вилка-двухкоронка. Представляете? Для ребенка сделали вилку-двухкоронку. Регулируемый вынос. Руль вот с такой перемычкой. То есть практически BMX-ерский руль. Вибрейки. То есть вообще это просто что-то очень невообразимое. Смотрите, как регулируется, соответственно, вынос. То есть его поднимают сразу вверх, потому что ребенку так удобно. Сзади у нас трещоточка самая простая, но при этом переключатель Shimano стоит. И звезда одна. Вот хорошо, что одна звезда впереди, то есть не будет проблем с передним переключателем, ребенок не будет путаться. В общем, навороченный такой древнючий стелс, двухподвес для начинающих, как сказать, райдеров, которые будут кататься потом в дальнейшем по горам и прокачивать ноги уже с детства. И вот как бы понтоваться такой вот шикарной вилкой, необычной. Вот здесь вот что-то резинка, для чего она здесь нужна, непонятно. Это просто муляж, оказывается.